Дариға Назарбаева сообщила о сложении полномочий депутата Мажилиса. В своем заявлении она отметила, что будет и дальше служить своей стране, ее интересам, не занимая какие-либо должности. В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что от Назарбаевой поступило соответствующее заявление. Представление о досрочном прекращении полномочий депутата внесут в Мажилис. Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Нур Отан, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие. Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся – это огромная трагедия всего нашего народа. Дариға Назарбаева была депутатом Мажилиса парламента три раза. В 2004 году от партии АСАР. Позднее представляла в Мажилисе Нур Отан. В 2015 и 2016 годах работала заместителем премьер-министра. А потом перешла в Сенат. Спустя три года стала председателем Сената парламента. Полномочия сложила в 2020 году. Депутатом 7-го созыва и членом комитета по экономической реформе и региональному развитию пробыла чуть больше года.